Северокавказское Суворовское училище – кузница будущих защитников Отечества. Для его воспитанников быть военным – это почетно и ответственно. Сегодня суворовцы-первокурсники клятвенно пообещали добросовестно готовиться к воинской службе. Удостоверение и погоны получили 80 человек. Все детали в материале Алины Цгоевой. О том, что в Суворовском училище объявлен набор, Матвей Бураков узнал от родных. Уверен, такой высокий уровень подготовки ему пригодится. В дальнейшем планирует продолжать военное образование. Получить хорошее образование и продолжить военное дело. А кем будешь? Офицером. Черменов Арнееву 11 лет. В Суворовское он поступил меньше месяца назад. Многие ребята после вступительных экзаменов, пожив в училище, признались. Тяжело, но выдержки достаточно, признается Чермен. Летчики до 4-7 лет я вот очень сильно самолетами увлекался. Я даже вот здесь вот на аэромоделирование записался. Любить свою родину, свой народ, быть преданным интересам Отечества. Присяга суворовца – это особый ритуал, во время которого будущие воспитанники обещают добросовестно исполнять свои обязанности, хорошо учиться и уважать воинские традиции. 80 мальчишек перед своими командирами сегодня произнесли, возможно, самые важные слова. Теперь они по праву могут носить гордое имя суворовцев. У каждого рядом стоящего со мной суворовца всегда на груди был приколот суворовский погон. Никогда в жизни суворовец не забывал, что он является суворовцем. И та клятва, которую сегодня вы принесли, я желаю вам, чтобы она была единственной в вашей жизни. Это слово мужчины, слово надежного защитника и самого лучшего товарища. Не забывайте сегодняшнюю клятву. Я поздравляю вас с сегодняшним днем. Предстоит достойно пронести звание суворовца сквозь годы испытания. Хранить верность алым погонам, дорожить суворовским братством, приумножать авторитет суворовца. Быть суворовцем – это всегда честь и ответственность. Он должен лучше сверстников знать школьную программу, уметь оказывать первую помощь, разбираться в военном деле. Образовательная программа учитывает и требования времени. В новом комплексе Суворовского училища воспитанникам доступна вся необходимая компьютерно-техническая база для обучения. Алина Цгоева, Александр Будаев. Новости Осетии.